Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, таролог и практик. Сегодня у нас замечательная тема, что вас ждет в ближайшие 8 дней. Гадание на будущее, гадание на вашу судьбу. Что вам по судьбе в ближайшие 8 дней. То, что я вам скажу здесь, оно обязательно сбудется. Главное, вам настраиваться в жизни на лучшее. То есть наш канал с вами, да, наши видео призваны настраивать людей на то, чтобы они исправляли, может быть, какие-то свои проблемы, трудности, ошибки, настраивали себя на лучшее, наши видео внушают оптимизм, веру в будущее, да. И мы с вами посмотрим, вот что по судьбе, может быть, где соломки постелить, да, как какие-то, может быть, исправить, советы дать, ошибки, да, исправить, советы дать, проблемы решить. То есть вот гадать я сегодня буду на готическом Таро. Это культовая колода. Она у нас 2002 года. Тоже ретро. Ретро. Вот. Получается, если 2002 года, ну-ка, сколько ей лет? Сколько? Ей 21 год этой колоде, да? И она в очень хорошем состоянии. Вот посмотрите. Тут у нас такая рубашечка. И вот такие вот потрясающие карты в готическом стиле. Очень интересные такие. Вот. Поэтому давайте перемешаем нашу колоду. Украшать сегодня мы будем все кристаллами, да? Камушками, кристаллами. Вот. У нас будет три позиции. Видео всегда актуально. Момент, когда вы его смотрите. Что ж, у меня сегодня карты падают. Вот если карты падают, то те, кому я гадаю, да, вот в этот момент вы смотрите, и вас кто-то думает. Видите, как карты падают? Вот если вы видите, да, вот такое, значит, кто-то о вас сейчас очень сильно думает. Это такой знак, что мысли путают, вам энергетику, да, как сказать, беспокоит. И, естественно, мы все соединены одной большой сетью времени и пространстве. Итак. Первая карта покажет ваше текущее состояние жизни. В каком аркане вы находитесь, живете. Первая позиция вот у нас вот такой вот цитринчик. Вторая позиция розовый кварц, или как он называется? Камень любви, да? И третья позиция вот такой вот зелененький камушек. Он называется, по-моему, перлит. Так, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Итак, наш желтый камушек. И первая карта, в каком аркане вы сейчас находитесь. Вы у нас в девятке пентаклей. Вы знаете, эта карта показывает, что человек на пороге получения какой-то хорошей новости. Либо вы ее уже получили, новость, письмо, сообщение, разговор, да, вот, что сообщает кто-то что-то, либо бумаги какие-то, либо получите вот-вот. Это во-первых. Во-вторых, мы здесь видим 9 пентаклей. Это значит, что энергия изобилия у вас все-таки есть в жизни. И сейчас вы в жизни привлекаете к себе деньги, да, привлекаете энергию изобилия. Она вам для чего-то нужна. То есть вы нуждаетесь в том, чтобы поправить, улучшить финансовое положение, стабилизировать. Или просто вы хотите, может быть, купить какую-то дорогую вещь. Вот вам нужны ресурсы для этого. И, скорее всего, они вот идут в вашу жизнь, эти ресурсы. Или окружают вас. Также эта карта показывает некую зону комфорта, в которой человек находится, живет, и ему там хорошо, приятно и здорово. Вот смотрите, у меня раз и карта упала.
рыцарь пентаклей, да? То есть мы здесь ее возьмем как дополнение к вашей карте. Она показывает, что какой-то мужчина о вас думает сейчас. И с одной стороны, этот мужчина сосредоточен в жизни на каком-то труде, созидании, работать в команде, да? С другой стороны, он не может не думать о вас. Вот, может быть, вы его чем-то беспокоите, тревожите его мысли, поэтому он здесь выпал. Но вот когда вы смотрите это видео, неважно даже, может, оно много лет назад записано, но вы видите, что именно в этот момент этот мужчина думает о вас. Именно в тот момент, когда вы смотрите, он путал мне, так скажем, и карты, когда я тасовала колоду в начале, и выпал сейчас вот прям своей картой, да, что этот человек не может отпустить мысли. То есть что-то его тревожит, что-то в вашу сторону его беспокоит. Возможно, хочет о чем-то поговорить. Вот если вы чувствуете, что это все резонирует. Кстати, девятка пентаклей очень часто показывает человека на пути духовного развития, не только материального. То смотрите дальше, да, что вас ждет в ближайшие 8 дней. Все, что здесь скажу, сбудется. Так, значит, мы здесь видим общую карту сначала рыцаря кубков. Тут, понимаете, у вас постоянные рыцари какие-то, да, пошли. Это значит, что вот эти 8 дней, они пройдут под эгидой, да, под началом, под руководством какого-то человека, возможно, мужского пола, но у которого к вам есть много энергии, чувств, может быть, или желание общаться, поддерживать отношения. Неважно, мужчина вы или женщина. Если вы женщина, этот человек явно в вас влюблен или очень сильно вы ему дороги. Если вы мужчина, ну, как друг, может, дороги, как сотрудник там по работе, да, как родственник. То есть этот человек явно, ну, вот постоянно на вас настроен, и 8 дней, возможно, пройдут в общении с этим человеком, взаимодействии с ним, как энергетическом, так и, возможно, физическом каком-то взаимодействии. Также рыцарь кубков показывает все-таки много эмоций, да. То есть в жизни будет такой момент, когда ты раскрываешь кому-то чувства, может быть, или когда у тебя вообще много положительных чувств, впечатлений о чем-то. И также карта показывает путь сердца. Ну, то есть ты идешь и занимаешься тем, что тебе нравится. Поэтому в ближайшие 8 дней вы скорее будете делать то, что вам по душе, то, что вам нравится в жизни. Может быть, заниматься даже каким-то творчеством. Мне нравится рыцарь кубков, это романтичная карта. Она показывает, что в ближайшие 8 дней может быть свидание или какие-то встречи, романтические переписки, разговоры, понимаете, признание в любви. Что у вас будет в любви? Вот как раз давайте посмотрим, да? Видите, у вас прям колесо фортуны падает. Это говорит о том, что в жизни, в любовной сфере что-то меняется, переворачивается, что-то становится совершенно иным, другим, но много впечатлений или как судьба вмешивается, да, в вашу личную жизнь. Может быть, встреча со своей судьбой. Может быть, тот человек, который рядом с вами, является вашей судьбой, второй половинкой, да. Может быть, вы кому-то испытываете симпатию, притяжение, какие этот человек, это четко тут видно. И вы понимаете, вот, что тянет не просто так, да. И тут раз карта судьбы. Вот. Но, в принципе, удача в личной жизни, в любви в ближайшие 8 дней, она будет на вашей стороне. Поэтому специально в личной жизни, в отношениях или для встречи ничего делать не надо. То есть вам это надо вот прямо осознать, что искусственно ничего не приближайте, оно само будет развиваться. Что у вас будет в работе? Что в работе? Ну, в работе король мечей. Возможно такое, что вы пообщаетесь, опять же, и по работе, да, с мужчиной. У него очень такая натура жесткая, но это как дисциплинированный человек. У него есть крылья, это значит, что он может летать, может, умеет мечтать или даже занят иногда и какими-то идеями. Но при этом, да, требует от других дисциплины и сам дисциплинирован. Это может быть начальник, это может быть какой-то очень такой принципиальный клиент.
Однако король мечей в работе всегда показывает успех все-таки. То есть в ближайшие 8 дней успех в работе может быть. Но если вы возьмете себя в руки, будете этой работой заниматься, будете дисциплинированы, тем более, что работа вам по сердцу. Давайте посмотрим в деньгах, как у вас. В деньгах у вас идет семерка мечей, а вот здесь будьте внимательнее, да? Вот помните, я говорила, что мы предохраняем вас от ошибок, что мы решаем ваши проблемы. Если у вас есть финансовая проблема, какой-то финансовый вопрос, не верьте на слово тем, кто связан с этим вопросом. То есть вам нужно решать этот вопрос, во-первых, тихо, во-вторых, самостоятельно. В-третьих, когда вы обращаетесь к кому-то, это должен быть абсолютно идеально проверенный человек, хотя и идеально проверенные люди иногда нас подводят. Мы видим здесь умеренность. Денежный поток исцеляется в ближайшие 8 дней. И обман, даже если и будет, то будет сразу же раскрыт. Но чтобы не поддаваться на обман, на чьи-то провокации, на то, чтобы человек, да, ввел вас в заблуждение, можно это предупредить. Постарайтесь не связываться с теми, кого вы не знаете. И даже если сами что-то делаете, вы можете, кстати, да, в ближайшие 8 дней забрать свою денежную энергию, свои денежные ресурсы, которые у вас были до этого отобраны, но постарайтесь сделать это тихо, вот никого не посвящать в свои планы. В целом 8 дней пройдут очень даже хорошо. И заняты вы будете, скорее всего, больше личной жизнью, самореализацией. Вот. А по поводу денег, может быть, какие-то финансовые операции даже стоит и отложить. Или, да, говорю, вот, ну просто не рассказывать о них никому. Ну, вот такая вот у нас самая первая позиция. А мы идем дальше. К позиции номер 2. У нас розовый кварц, камень любви, да? Вот не зря вы его выбрали, романтичная натура. И первая карта показывает, в каком аркане вы находитесь. А вы у нас прям-таки в верховном жреце. Вы в иерофанте живете сегодня и сейчас. Вы знаете, карта показывает все-таки ваше стабильное жизненное положение и авторитет в каком-то месте, в обществе, семье, работе. С вами люди советуются. Им будут советоваться в ближайшие 8 дней, это точно, потому что вы уже находитесь в этих энергиях, когда могут прийти к вам на поклон и посоветоваться с вами. Но также, может быть, вы сейчас собираетесь у кого-то попросить совета или у какого-то специалиста, или высокопоставленного лица, да, кому-то сходить, может, к политику, к кому-то на поклон. Тоже вполне реально такое. Но чаще всего это именно вот вас представляет карта. Ну, то есть как личность, да, как личность. Личность, которая во многом в чем разбирается, имеет все-таки какой-то вес в обществе, среди людей, да. И многие люди вот как раз и что-то у вас спросят, раз и подойдут к вам о чем-то поговорить, да, чего-то попросить. Вообще жрец — это тот, кто выполняет ежедневный ритуал. Ну, то есть делает одинаковые действия ежедневно. Есть люди вполне себе такие, да, дисциплинированные, наученные выполнять одинаковые действия каждый день. И вот вы все-таки живете по какому-то принципу, по какому-то графику. Поэтому еще жрец может выпадать. Также вы можете быть человеком в браке или реально занимать пост начальника. Хорошо. Если вы себя узнаете сегодня и сейчас, у вас есть некий авторитет, вы себя знаете как личность, да, вы в принципе стабильны. Давайте посмотрим, а что вас ждет в ближайшие 8 дней? Сначала общий фон, да, смотрим. Ага, шут. Вы знаете, в ближайшие 8 дней у вас будет, скорее всего, новое начало, какое-то знакомство и много неожиданностей. Открываются врата в другое будущее, в другую параллельную реальность, да, и вы туда проходите. Мы здесь видим 3 ворон, это значит будет 3 какие-то новости. У шута всегда есть собака, а это говорит о том, что рядом верные друзья. Но при этом шут — это всегда прыжок куда-то в неизвестность, поэтому
стабильность, я думаю, что покинет вас. И раз будет много неожиданного, интересного, захватывающего, будут какие-то приключения или поездки, путешествия, то вам придется сменить ваш график и его перестроить как-то под эти вот такие неожиданности, новые какие-то дела, общение. Вот. Но впечатлений будет масса именно положительных и интересных. Ближайшие 8 дней будут активными, и вы будете открывать для себя мир по-новому, да, с другой стороны, с какой-то. А могут быть какие-то еще яркие идеи, которые вы будете воплощать в жизнь. Или даже какая-то новая работа, деятельность или новые клиенты. Люди неординарные. Интересно. Мне нравится шут. Чего-то начинается, да? С нуля. Хорошо. Давайте посмотрим, а что вас ждет в личной жизни. А тут у нас император. Все как-то стабильно, четко, да? Но опять же, вот для женщины, это мужчина, который все-таки в вашей личной жизни занимает основное место, правит. И он для вас непререкаемый авторитет. Либо вы мужчина, тогда вы в своей личной жизни, для своей дамы, ну, являетесь главным, да? Главным. Если вы не в отношениях и женщина, вы можете встретить очень интересного представительного мужчину, которого любят дамы, но он отдает предпочтение, там, допустим, в будущем, чтобы у него был хороший, достойный брак. И вообще умеет отвечать за своего любимого человека. Ну а если вы мужчина, женщины будут так и липнуть к вам вот в ближайшие 8 дней, очень сильно обращать на вас внимание. Вы для них лакомый кусочек, я вам так скажу. Значит, у вас есть, ну, действительно, положение какое-то в обществе хорошее. Император. Император. Стабильность в личной жизни, достойный брак или в будущем создание семьи. И вот к этому идет, да. Интересно. Но, однако, здесь наш император прям-таки фигура такая, хозяйская. Поэтому смотрите, дамочки, ваш мужчина всем бы, как говорится, пригодился. Берегите его. Хорошо, давайте посмотрим, что ждет в работе вас в ближайшие 8 дней. Семерка жезлов. Ну, вы попадаете все же в конкурентную среду. И вам в этой конкурентной среде нужно уметь быть лучше других. То есть отбиваться прям будете от конкурентов в работе. Вообще будет активная работа. Могут на работе что-то вам предъявить, что-то спросить с вас, допустим, какие-то отчеты, даже попытаться в чем-то обвинить, да. Но вы, ну, такой человек, который может хоть что угодно доказать, поэтому вы активно этим и займетесь, да, то есть и отчеты предоставите, и доказательства того, что вы тут ни при чем, да, если вот что-то вам попытаются сказать такое. Вообще семерка жезлов — карта лидера, который забрался уже наверх, как говорится, вот он такой сильный и мощный, с крыльями. И как бы ни пытались ему что-то там сказать, да, в его сторону или раскритиковать, он уже в себе уверен. Поэтому вы в работе в ближайшие 8 дней будьте активны и в себе уверены, да. Конкуренты вас не проймут, это 100%. Хотя враги у вас есть. Если вы не работаете, вам придется прям-таки сражаться за какое-то новое рабочее место. Но это того стоит. А вот если вы не работаете, не собираетесь, карта показывает, тогда дома будет очень много дел, работы домашней. Что в финансах? Восьмерка мечей. Чувствуете в финансах в ближайшие 8 дней препятствия, да, препятствия, ограничения. Мол, не могу вот то ли выше головы прыгнуть, то ли выше какого-то порога, да. То ли не хватает мне денег на что-то, что мне нравится, что я хочу. Давайте посмотрим, как это исправить. Соломки постелить, двойка кубков. Вы знаете, вам нужно быть очень дружелюбным человеком, да. То есть вот здесь не хватает коммуникабельности для того, чтобы было больше денег. Вот дружелюбным надо быть человеком, сотрудничать с людьми. Вообще иметь партнерство в деньгах, да, вот в любых финансовых вопросах лучше быть партнером, чем одиночкой, понимаете? Заручиться чьей-то поддержкой, гарантией, может быть. Но вы знаете, я бы сказала так, что вопрос-то решаемый.
Может, у кого-то что-то нужно попросить, с кем-то поговорить или вовремя быть очень нежным и приятным, да, хорошим таким товарищем, коллегой. Или, там, допустим, если вы предоставляете услуги, ну, клиента можно привлечь добротой, да, вот, дружелюбностью и добротой. Тогда люди пойдут к вам. Ну вот я думаю, что здесь это вы уже сейчас знаете изначально, да, заранее, перед тем, как эти 8 дней начались. И значит, вы сможете уже сразу же решить все ваши финансовые вопросы. Знаете, как их решать. Вот. А в целом, ну, я бы сказала, 8 дней неплохие, да, еще и с приключениями. Вот такая вторая позиция. А мы идем дальше. Позиции номер 3. Что я вам скажу, сбудется за 8 дней. Зеленый камушек и первая карта, в каком аркане вы находитесь. Вы у нас сегодня в четверке мечей. Частенько стала падать эта карта на текущее состояние. Может быть, многие пассивны? Карта показывает, даже человек может приболел вот. Если вы приболели, чувствуете себя обессиленным, апатия какая-то наступила. Или вы отходите после каких-то переживаний, что вас обижали вот недавно, а вы сейчас успокаиваете свою душу. И не активны в жизни, да, а вот стараетесь просто прийти в себя. Также карта показывает иногда... Вот именно в этой колоде, что как кого-то оплакиваешь, о чем, о ком-то скучаешь, кто у тебя в прошлом был. Или еще, знаете как, может быть, да, то, что, ну вот, потерял ты там, ну не знаю, даже 20 лет назад там кого-то, да, родителей, или там вспоминать начинаешь. Вот кого-то, кто ушел из твоей жизни, просто вспоминаешь, да, постоянно. Не можешь успокоиться, что ли, или бывает накатывает. Вот. Еще карта может показывать, что вас сейчас всячески поддерживают духи. Ну, то есть духи рода, там, допустим, кто-то, кто вас любил раньше, да, но уже ушел из этой жизни, из физического тела. Вот. То есть вот это еще может быть, и вы это чувствуете, да, вот общаетесь с тем потусторонним миром. Ну вот если вы себя узнаете, сейчас в жизни мало чего происходит, то это ваша позиция, да? Давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 8 дней. Сначала общий фон. Мы здесь видим тройку кубков. Тройка кубков показывает очень радостные 8 дней. Веселые, счастливые, много каких-то ярких событий. Может быть, по сравнению с тем, что у вас сейчас. Ну, то есть бывает такое, что это не прям фейерверк, вот, а просто ну, гораздо лучше, чем сейчас. Да? Могут вас куда-то приглашать, вы можете больше общаться, чем раньше. Там веселая компания. Даже вот на работе, знаете, бывает, сотрудники соберутся, пьют чай и смеются. Вот можете всю неделю там, или ну, 8 дней да, смеяться на работе, шутить. Или, допустим, вы были там на больничном, вышли на работу, а там все веселые какие-то, счастливые. Вот все это что-то обсуждают, да, там, да, вот такое. И просто могут вас куда-то позвать там на свадьбу, на день рождения в ближайшие 8 дней, на вечеринку, в кафе там, да, с друзьями или там с родственниками. Что-то такое будет происходить именно классное такое, веселое, и даже может исполниться какое-то ваше желание, ваша мечта, потому что вот тройка кубков, она очень часто исполняет желания. Это карта-талисман на самом деле. Она очень такая положительная. Вот прям положительного много. В ближайшие 8 дней общения там, да, какого-то. Очень много положительного, хорошего. Кстати, она очень часто показывает энергию изобилия. Но мы с вами еще финансы будем смотреть. Что у вас в личной жизни? Семерка Пентаклей. Вот в этой колоде, кстати, Семерка Пентаклей очень интересная, потому что здесь приглашают в дом. Это значит, что вы можете прийти в дом любимого человека или к его родственникам, знакомиться, например, общаться, да? Или вас куда-то приглашает любимый человек или тот, кто метит с вами на то, чтобы быть в отношениях, понимаете? Свидание, встреча, приход к человеку домой, да? Или к его родне.
посиделки с родственниками, как говорят, смотрины, сватовство. То есть это все по семерке пентаклей проходит. Еще могут быть предложения об отношениях, признание в любви, подарки какие-то. Или пошли со мной там прогуляемся в парк, по магазинам, еще что-то. Но именно такое спокойное отношение друг к другу, однако и зазывает, да? То есть нет всплесков, но и человек хороший такой, надежный рядом. Если вы еще не в отношениях, у вас есть шанс куда-то с кем-то вот сходить, ну там вместе провести время в ближайшие 8 дней. Но только если вы согласитесь. То есть вас же пригласили, а вы войдете в эти ворота или нет? Вот в чем вопрос, понимаете? Но все неплохо, я вам скажу. Хорошо, смотрим работу. Работа, рыцарь жезлов. В работе будет явная победа, активность и победа. Может быть много передвижений, разъездов по работе, суеты. Если вы совсем не работаете и не собираетесь, карта показывает просто жизненную суету. И что много в жизни у человека дел по дому, с детьми. Или там, не знаю, в учебе, например, да. Если вы собираетесь работать, а еще не работаете, карта говорит о том, что вы всех победите и найдете очень хорошее место, но на это место метят и другие люди. И вот если вы проявите активность, это место ваше. Вот. Еще в работе может занимать ваше внимание какой-то мужчина активный. Кто-либо может дать совет, чему-то научить или принести интересные новости. Развитие в работе идет, развитие, но и поработать надо. Активность свою жизненную проявить, а также энергию вложить, да, вот в эту работу. Но успех идет, успех, победа. Это мой пес храпит, Демид. Теперь смотрим финансы. Ой, туз пентаклей. А в финансах в ближайшие 8 дней вам крупно повезет. Карта настоящий талисман и показывает именно денежную удачу. Могут приходить какие-то интересные суммы, дорогие подарки, премию могут дать или дать хорошее вознаграждение за что-то. Если вы не работаете, ну там, не знаю, родители могут дать денег или муж принести домой крупную сумму денег, да. То есть источник тогда дохода нужно свой учитывать. И вы знаете, конечно, эта карта показывает, ну что-то хорошее в ближайшие 8 дней в деньгах обязательно произойдет. Надейтесь на это, что-то будет, да, верьте в свою удачу. Могут быть какие-то хорошие финансовые проекты, запускать можете, да, или там, допустим, какая-то идея появилась, начали реализовывать, и она уже приносит первые доходы, да. То есть вот именно идет волна такая, денежная волна. А ведь у вас еще сегодня застой в жизни и отсутствие энергии. Но вы видите, какая энергичная у вас ближайшая неделя, да, эти 8 дней, даже больше чуть недели. У вас ближайшие 8 дней прям-таки насыщены всякими событиями, да, в жизни. И вот, может быть, вы собирали свою энергию, чтобы выплеснуть ее в ближайшие 8 дней, реализовать себя по полной, да? Вот двигайтесь теперь, будьте активны, много радостного, интересного, много классных приключений и общения, а также еще и вознаграждение за это. Ну, вот такие у нас сегодня были 3 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!